Батюшка, помосты. Писарь, спасибо большое за донат. Вот, может быть, как раз эта песня и есть та, которая норм. Спасибо большое. Слушаем. Допустим. Ну, это не та, но ладно, послушаем. Пока абсолютно дженерик музло, просто как бы вместо там условно какой-нибудь там звука второй гитары или там бас или еще чего-то, просто еще добавлен пердеж. Самый первый раз. Ну, Агата Кристи играет мафаку. То есть вот по ощущениям пока так. Давай вечером, давай. Это вот все туда пока. Ну, в принципе, прикольные штуки в инструментале есть. Это неплохо, но типа это вообще не то, что он в своих интервью рассказывает про свою музыку. Типа, у нас супер уникальный, невероятный звук вообще, короче, все у нас там все подперли и так далее. Ну, здесь просто обычная мафака достаточно такая. Неплохо звучит. Неплохо, правда. Это у Земфира, видимо, взято, да, там? Он твой мальчик, она твоя девочка, а ты обманщик, а она не припевочка. Ну или может Земфира отсюда взял. Как бы Земфира же тоже отсюда ворует, 100%, да. То есть просто мы помним, ну, типа, мне донатили интервью, почитать, посмотреть, Агата, что чел говорит. Коля Александрович, спасибо большое за донат. Ну, по вокалу плюс-минус куда-то туда. То есть... Я мажу вазелина, и ты чего-то... То есть вот, ну, по инструменталу мафака. То есть это как бы такая вот... Ну, то есть Агата Кристи, которая иногда, то есть, уходит там на какой-то самый верх. То есть для нас. Здесь он типа сладенько делает, здесь чел делает чуть типа бодрее это. А так, по сути, то же самое. Спросит, кто не... То есть это, ну, как бы звучит похоже на... Как объяснить? Как попытка исполнить вокально в духе, ну, крутых таких приемов, которые есть, да, у западной альтернативы. То есть, да, чел, конечно, как бы слушал нормальную музыку в жизни, явно это слышно, потому что он делает. Просто... Как дела? Я ни разу не услышал у Психеи ни одной песни, которая просто соответствовала бы тому, как он себя описывает. Вот и все. Типа нагнетание гитар, то есть всякие фишечки прикольные есть. Базару ноль. То есть как бы вот была попытка вот вроде как бы сделать что-то, там, я не знаю, типа, ну, допустим, сюда. Крид считается жопным роком, если что. То есть это дерьмово. Как бы, ну, америкосы считают, что это так, срань, типа. То есть, как бы, вот как будто что-то в духе таких нот, типа, воу, то есть, поняли? Может, даже спросить.
просто какого-то осла доят. Вот об этом и речь, да, что звучит ли это необычно? Ну, этот трек, ну, чем-то, может быть, он и звучит необычно. Например, ну, необычно тем, что добавлены блеяния вместо вокала. Необычно тем, что добавлен пердеж вместо гитары, то есть электронный. Ну, в этом смысле, да, Психея очень необычная звук, группа, у них уникальный звук, да. То есть это просто называется, как бы не стырили, а сделали нормально. Это не мимо нот, это мимо денег просто уже называется. Пение. Опять же, не харш, не скриптом, не расщепление, а просто сипу такой, вот такое было. Ну, то есть, единственное, что можно сказать, наверное, что по меркам 2002-го России, наверное, да, наверное, неплохо. По меркам, там, ну, типа, тогда, то есть, когда, что еще вообще было такое, ни хера не было. Ну, наверное, только вот так можно это оценить. Просто кто сегодня это слушает, я вообще их не понимаю. На этом плане вкуса мне почти все нравится. В этом и проблема, чел. То есть нужно быть еще более говноедом, получается. Вот у нас был в чате чел. Еще раз, мне единственное, вот что меня во всем этом расстраивает, что ну я не могу же говорить, что да, на самом деле здорово, там классно. У меня есть просто друзья, хорошие ребята, классные, они прям любят психи. Типа, ну, возможно, они, не знаю, расстроятся, что я так сказал, обидятся там на меня, или разозлятся даже, или скажут, ну, ты, Моисей, просто долбоящер, что так говоришь. Это-то как бы обидно. Но, ну, блин, ну, что я должен делать? Как бы по факту же это... Вот ровно то, что я говорю, так, если честно. Это может, там, как воспоминание о юности, тоже точно так же, как любой русский рок. Еще меня засрали. Да не тебя, а чела другого вот этого. Отправил донат на Сбер. Ссылку кинул в Телеграм, пишет Антар Куайт. Спасибо большое за донат. Пока смс-ки нет, что на Сбер что-то пришло. Сейчас проверю. Ну, вот грустно, как бы, да. То есть вроде альтернатива и все такое, там, не знаю. Но, типа, цеховую солидарность надо проявить, все такое, короче. То, что мы любим. Ну, типа, ну, честно, на самом деле, это неплохо, надо признать. Это не ужасно, там, это не полное дерьмо. То есть, это лучше все равно очень многой музыки. То есть, наверное, я бы предпочел, может быть, даже еще разок послушать, скажем, этот трек, выбирая между этим и там той же пресловутой Агатой Дристи. Конечно, спору нет. Но сказать, что это просто какой-то там, не знаю... Ну, типа, Стигмата Сентябрь горит лучше просто. Ну, по факту. Во всем. Причем Сигмата Сентябрь горит, это как бы рофл трек, по сути, вообще. Как бы его можно только так воспринимать. Но вот получается так.